Всем привет, ребят. Ну что, в группе телеграм-канала Castle Clash закинули ребята картинку по поводу сундучков, которые будут у нас, ну я не знаю, к счастью или к сожалению, на день замковладельца, то есть где-то 11 числа, по-моему, 11-12 на некоторых серваках раньше. Сейчас вам покажу, что там будет интересного. Вопрос в том, сколько там этих сундуков будет? 1, 2, 5, 10. А если 10, то это, конечно, круто. Но зная русских и остальных, и зная IGG, я думаю, что вряд ли в таком количестве они дадут. Ну, посмотрим. Вот так вот, ребятушки. Вот такой вот у нас скоро будет день замка владельца. Героя нет, но героев они сейчас начали добавлять, в принципе, в либо в шарики собрать, либо в линии обороны, то есть или там, не знаю, посмотрим. Вот интересно, сколько они дадут сундуков. Я сегодня долго ржал над опросником, это реально, это просто жесть, там просто трэш, веселые вопросы, я не знаю даже, как на них отвечать. Точно так же сплюх, который нам дали на Новый год, там, ну, просто бомбические плюхи золота и мана. Вот мне будет интересно, сколько же будет здесь сундуков. Я думаю, от 1 до 5. Напишите, кто сколько думает в комментариях. Вот мне интересно, кто угадает. Ну, скорее всего, возможно, они дадут рандомно. То есть, возможно, первый 1, второй 2, третий 3, четвертый 4. Или наоборот же, первых там 6, вторых 5, третьих 4, 3, 2, 1. То есть, в таком варианте. Но я не думаю, что они дадут больше 5 каждого вида. То есть, скорее всего, у нас будет там... Ну, я даже боюсь это сказать, потому что, зная то, какие у нас акции и как нам их дают, блин, дают по 50, по 500 самоцветов. Да, блин, дайте по 5000 самоцветов каждому. В чем проблема? Это все равно ничего не изменит, ни на какой баланс не повлияет. Но нет, это повлияет очень на баланс игры, если они дадут хорошие плюхи. То, что они делают, это в принципе не влияет, а... нормальные дать плюхи, это влияет. В общем, не знаю, ребят, пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу. Ждем, где-то на днях должна быть уже официальная в игре инфа, сколько там чего будет. Ну, я не знаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Telegram мой, на инфо Castle Clash. В общем, всем удачи, всем пока.